Ереван. Заход полоса 09, 30 сентября 2019 года, рейс 501. Вон у нас Арарат, самая большая вершина Армении, где... Находится в Турции. Ну, мы же в Армении. Самая большая вершина, тоже крупная. МСА 18100. У нас высота 30 миль, высота 14, очень высоко подводят. Откуда надо пройти 7000. Transition level 1 to 0, 120. Вот так. Seven thousand. 1013, он сказал. 1313. Эх, про чек-лист. Окей, про чек-лист отделится. 1013. Заход разрешен. Кос-кос. Мэнюал-мэнюал 108.1. Проч можем нажать, но здесь мы еще поставим 500 эгри потом. Check speed, let's bump. Check speed, let's bump. Ролок легче, approach, runway heading, 5-100. Можем снижаться.
А он сейчас и так захватит. Хорошо. Чек спит флэш стен 10. Хорошо. Полоса перед. Ну, обидно их, наверное, смотреть. Ну, видишь, как экономической пользы он особо не даст. Это же символ. Ну да. Торца 11, боковая 300 футов, 100 метров. А, вон. А, это ТЭЦ, наверное, это тепловая. Что? Ага, это как в Крыму. Большая. Ведал. До торца 9. Чек спит, слэп, спит, стен. Ландок. Закрылки 15. Как у нас гирлова? Вы в чёте? Лени чек-лист. Контейнер. Арм делает. Кидал 3 грин. Сюди гринлайт. Да. Ради высота 200. Посадку разрешили. Скорость у нас 140 узлов. Вон у нас перед нами Ереван. Зварднос. Аэропорт называется Зварднос. Армения. Сады. Как-то не похоже на крюк, да, выше. Кажется, что выше? Мне кажется, что. Не, нормально? Не, нормально. Тут бывает такой ветер сзади, туда до 30 узлов. Пока что 2 узла справа. А вот он этот двор стоит. Остался стейбл. Посадку разрешили, автопровода посадку разрешили. Скорость 135 хорошая. Чек-чек. $500. $400. $300.
планировал посетить место Апельсинова. Охлаждение 3 минуты двигателя. Выключаем. Шатдаун просили, а шатдаун чек-лист. Армения.